У театра Большого и приглашение немаленькое. К ногам Аполлона сегодня 4 спектакля, каждый премьерный. На 8 дней в конце года столица Беларуси – центр поющей Европы. Впрочем, среди 17 стран-участниц этого форума есть впервые и азиатские. Престижнейший международный конкурс вокалистов и исполнителей итальянской оперы. 16 лет он проходил в Дрездене, финал и полуфинал. И в этом году такая честь оказана нам. Приедет Зигфрид Вагнера. Ничего более грандиозного не было. 150 человек только из Софии чартерным рейсом. Болгарская – единственная гостевая постановка в афише Минского форума. О Зигфриде говорят – бриллиант в кольце Нибелунгов. Эта опера из цикла Рихарда Вагнера у нас никогда не звучала. К слову, дирижировать немецкой классикой в балканских декорациях будет немец. Замечательные мелодии, популярные, которые многие знают даже из своих рингтонов, но которые не представляют, что это оперная ария. Так выстроилась афиша в этом году. Это Онегин и это князь Игорь. Его шедевр «Бородина» под Рождество исполнят звезды двух больших, белорусского и российского, а удивят публику в сезон форума национальной седой легендой. Той, что идет только на сцене нашего театра. Русскому тенору Роману Муравицкому для выхода в главной партии пьесы по Короткевичу пришлось выучить язык оригинала. К сожалению, я отсутствовала, когда шла работа над премьерой, но я поучаствовала в некотором количестве репетиций. Я дебютирую в этом феврале в Метрополитен-Опера, и ну, я надеюсь, что все пройдет неплохо. Там, в Нью-Йорке, Волкова споет в Онегине, но прежде первая белорусская прима на сцене легендарного мета прозвучит для нас. Сегодня последняя примерка. «Седая легенда» скоро начинается. Спектакль открытия как-никак. Праздник оперы в Большом без балета, «Лебединым» и «Щелкунчиком». Артисты в пуантах отметят Рождество в Австрии и Германии. На большие гастроли национальная труппа отправляется уже завтра. И так в дороге вплоть до февраля. Кстати, билеты на спектакли Рождественского форума обойдутся меломанам от 50 тысяч рублей на балконе до 1 200 000 в партере. Опера – искусство элитарное, а в нашем Большом еще и доступное. И сам отец Дмитрий Лапо, наши новости.